Друзья, всем привет. Вот у меня несколько дисков есть на болгарку разные. Вот такой вот бошевский, да, чистый рез. Вот такой трехзубый есть по дереву. Вот такой вот алмазный. Мультидиск по всем материалам. И вот такой вот диск, относительно опасный, а может быть и не очень опасный. Его боятся обычно сектанты из секты свидетелей, боящихся болгарки, которые на дух не переносят вот это дело. И вот мне один сказал, такой представитель, что я неправильно одеваю якобы диск. И у меня было видео, где я показывал, как режет этот диск. Я сейчас покажу, как все они режут. Вот этот вот хочу показать, как он мне рекомендовал его одеть. Он мне его рекомендовал одеть зубьями вперед. В своем видео в прошлом, которое, кстати, не сыскало популярности, я наоборот одевал диск. Ну давайте сейчас вот это вот проверим. Это я зажимаю диск быстро зажимной шайбы. Через щелчок она зажимается, противозаклинивающая. Прикольная тема. Ключ мне не нужен. И я как бы легко всегда меняю оснастку. И вот сейчас проверим, как она вот зубьями вот так вот кромсает. Буду все делать предельно аккуратно. Кстати, друзья, сразу извиняюсь за звук. Микрофон подводил в процессе съемки. Поэтому не обессудьте, опять же таки. Видите, какие фейлы происходят. Это достаточно трудно снимать все дело. Имейте это в виду. Спасибо. Забыл еще сказать, прежде чем пилить, я вот сейчас на четверку поставлю. Это самый такой оптимальный для вот такого диска. Тройка, четверка, вот так. Можно и на большой скорости тоже, ничего страшного. Я разрезал, вы видели, как она легко разрезала. Человек, который мне подсказал, что зубьями на себя можно пилить, в принципе, относительно прав. Давайте вот еще раз. Вот так вот, картинкой вперед, короче. При применении болгарок соблюдайте технику безопасности обязательно. Я сейчас вот пилю, я нахожусь в очках. Желательно, конечно, и перчатки, но у меня как бы уже навык есть, поэтому я аккуратненько все это делаю. Давайте посмотрим следующий диск. Возьму сейчас диск вот такой трехзубый. Один пил сейчас сделаем. Уже все видели. Картинкой вперед его ставлю. Так, друзья, снимать неудобно и сложно все это дело. Так вот фиксировать на камеру. Нормальная тема, короче, с грамотным подходом. Это можно все применять и достаточно успешно. Так, давайте показать вот чистый раз. Тоже картинкой вперед ставлю. Вот этот диск, это вообще милое дело, бомбически. Вот этот диск, он вообще не оставляет сколов, гладенько всегда срезает, снизу тоже сколов нет. Так, и возьмем сейчас следующий диск, который я хотел показать. Это диск, вот этот вот, мультирез, французский диск, я забыл, как он называется. Вот, смотрите, сейчас включу картинкой вперед. Лиман какой-то, вот, кстати, да. Ну, говорят, он не обязательно французский там, но когда я покупал... Ничего про Китай не сказано. То есть изначально я всегда картинкой ставил диск. Вот такой диск зубьями на себя, короче, с вентиляцией, с напылением алмазов технических. Вот он как режет, чуть-чуть поджигает, сейчас покажу. Вот так вот он жгет. Вот эти вот обрезки все
без всяких поджигов. Вот тут вот это рвет, это который чисто режет, не рвет. Как бы разобрались. Не бойтесь вот эти диски, надо просто технику безопасности соблюдать. И все будет good. Всем пока, подписывайтесь.